Национальная идея, она, как мне кажется, она должна возникнуть. То есть ее нельзя придумать, мне кажется. Поэтому... А вообще, я думаю, у каждого своя национальная идея. У каждого человека свой кодекс существует. И мне кажется, в этом национальная идея каждого из нас. А у вас в чем? Если у меня в том, мне хочется, чтобы мир был гармоничным, чтобы мы были порядочными людьми, честными, чтобы вообще не создавая себе кумира, но все-таки хотелось бы, чтобы были какие-то ориентиры в нашем обществе. А если конкретизировать? Я не буду конкретизировать. То есть это люди, которые должны в разных сферах быть просто такими? Или в какой-то одной сфере? Или там... Нет. Талантливые, великие, прекрасные люди есть на сегодняшний день в каждой сфере. Просто нужно о них говорить, нужно о них снимать кино, нужно о них делать передачи. Мы должны знать этих людей.